Я тебя подожду. Вы подпевали, когда прозвучала эта песня? Да. У него все песни Аркадия Ильича были очень оригинальными. Вот эти проигрыши между куплетами, они, вставки эти, они запоминались всеми слушателями. Прозвучала третья песня, потому что девчонки уже писали письма и говорили, что вы все время пареньки рассказываете, расскажите что-нибудь о девчонке. И вот придумали Ашанин и Островский такую историю, что паренек куда-то уехал. Ну, мы так предполагаем, что он в армию пошел служить. И вот прошло какое-то время, взрослели герои, взрослели эти ребята во дворе. Вот, и по принципу, знаете, старому русскому, сейчас я вас поздравляю с Масленицей, по старому русскому обычаю, Ванька дома Маньки нет, Ванька, Манька дома Ваньки нет. Возвращается паренек, а девчонки нет во дворе. И вот я пел четвертую песню. Вспоминайте ее. Вот снова этот двор, мой добрый старый дом, я с тех счастливых пор 3 года не был в нем. На милом этаже квадратики огня, теперь они уже горят не для меня. Здесь все иное вдруг, и дождиный снег, другой пластинки звук, другой девчонки смех. Стучат давным-давно другие каблучки, и лишь за домино все те же старики. Вот переулок мой, но нет ответных глаз. Вернулся я домой, а ты не дождалась. У этих вот ворот шаги твои стерег, где он теперь мелькнет, твой тонкий свитерок. Вы знаете, это была четвертая песня уже цикла песен, первого цикла песен. И мы собрались с авторами и решали, что дальше делать. Ну, дальше, конечно, хотелось, чтобы эта любовь встретилась. Чтобы паренек и девчонка встретились. И появилась пятая песня, которую я исполнил. Она должна была быть предпоследней в цикле. Последняя предполагалась такая счастливая, хэппи-энд, такая свадебная песня. Вот. И я спел пятую песню, называлась она «Доверчивая песня». Она не стала популярной, но и она не претендовала на это. Опять, опять, опять во сне, в бреду,